В общем, друзья, в прошлом видео Ярик меня пранканул, но я, скажем так, вежливо попросил его в этот раз остаться за дверью подъезда. Что, друзья, теперь с этим видео я могу окончательно заявить, что я снял абсолютно все вариации лифтов в трехэтажках Южного Бутова, а именно КМЗ 90-х, ШЛЗ 2021 и ЕЛМ, вроде 2020 здесь. Такие вот дела. А Ярослав сейчас стоит и молчит, пока я завершаю видео, а не как в прошлый раз. И, кстати, не подписывайтесь на него. Ссылочки на него не будет, конечно же, потому что он мне испоганил сегодня видео. И вообще день плохой. Вот все, теперь замечательно. Всем пока.